Ну что, трудяги, усемось, здоровось. Наседку видели? Он находит. Как вы заметили, пряник в деревушке. Сейчас едем на станчик. Все чинчинарем. Наш боец, которого вы помните по старым роликам. Он у нас еще на ходу. Жена хотела взять в это, как его звать-то, в тулу, типа, говорит, кататься вечерами. Я говорю, ёптать, что я прошляпил момент. Ручка валяется, все выпало. Так, ладно, ничего страшного, аккуратненько. И параллельно мне надо погрузить предфильтр куда-то и аккуратно еще доехать. О, что ж, ёбушки, воробушки. Кабеля нашего перебазировали. Ой, теперь у него есть будка. Есть вытоптанная земля. Все чинчинарем. Потом появится забор, он будет охранять полностью наш стан. Блин. Так, ключи у меня тут, я их выкладывал, да? А тут что у нас? А, у нас хомутик. У нас хомутик, я почему-то думал, отвертка. Вот эта фирма хорошее качество, прям порадовало. Блин, а на сколько что? 12, наверное. Сейчас снимем вот этого. Посмотрим, что там. Как что, и примерим ту набалдышечку. Я немножко притупливаю, там, наверное, не 10-11, а где-то 12. Ой, это не 12, а 10 или 11. Ну, как в стандарте. У нас ключ. Извиняюсь за некрасивый ракурс был, наверное. Ну да, тут диаметр трубы немножко другой, но сейчас попробуем. Что-то там кто-то шоркается. Батя, наверное. Хуя. Их трудяги все никак. Ну да, на 10 стандарт. Что-то никак ролики еще не начну загружать с выставок. То ли жопка моя ленивая, то ли времени перестало вообще хватать. Ну что тут у нас? А? О. Ну да, чисто так, одно название. От этого, как его звать-то? Это даже не циклон, ничего. Это просто обычная сетка, которая типа задерживает крупные частицы. То есть совсем никак. Почувствуйте разницу. Насколько тут все это. Все круто. Блин, да, по диаметру, конечно, не выходит. Переходники у них только к концу июля должны попасть. Вам. Ну ладно, попробуем. Может быть, что-нибудь из водопроводного подойдет. Попробую найти. Получается, труба-то какая, она совсем другая. Да? Тут, наверное, она даже так целиком влезет. Ну да, вообще не вариант. Можно залезть попробовать. Большущая. Ну, я думаю, какой-нибудь переходник можно найти. В общем, кто что думает, у кого какое видение, какие варианты, что можно подыскать. Пойду водопроводным потом. Может быть, понедельник или воскресенье завтра съезжу. Посмотрю, что можно найти сюда будет. По Кировцу. Какие движения, какие... Что поменялось, вернее. В принципе, ничего не поменялось. Приезжали мастера. Вон ту лягушечку, которая воздух пропускала, заремонтировали. Меня не было на месте, батя был. Ну, они, как всегда, спонтанно как-то приезжают. Прям раз.
то их нету, раз они, раз, и уже приехали. Во, забахали. И меняли зеркало, два зеркала поменяли, потому что одно из них было тонированное, как бы бате ездить некомфортно. То есть это было пожелание, скажем так, шефа, потому что я по зеркалам вообще особо не смотрю, они то, что есть, то и что их нету, как бы в ночное время суток, ну вот там и так ни хрена не будешь видеть. Во. Так уж какой, я не знаю, смысл от них. Лучше, конечно, повернуться, посмотреть, в случае чего. И они так трясутся по дороге. То есть, как бы тоже такой нюанс. Ну, фиг его знает. Просто откуда оно тонированное появилось. И зачем оно, для чего. Как бы тоже такая интересная штучка. Люди летают, летают. А по поводу, знаете, хейтеров, скажем так, и всего остального на моем канале, которые выползли каким-то чудесным образом, ну, давайте немного осветим эту тему, потому что я хотел посвятить целый ролик, там были несколько, я даже не знаю, назвать, наверное, ну, люди, наверное, люди, которые не могут ни позвонить, потому что я свой номер везде оставлял, как бы, ну, несложно было найти, да, и они могут только, ну, гавкать, наверное, в комментариях что-то писать, пытаться. Вообще у людей в этом году, знаете, произошел шок, у них просто сдвиг, они как бы теперь говорят, типа, я живу плохо, все дела, я жалуюсь, опять ною, господи, сука, ну как вот жизнь-то повернулась, опять ною, сука, пряник, а чё, у людей проявился шок от того, что я начал искать комбайнера. Они почему-то все разом подумали, ну как, не все, там лайков-то все равно много, тех штук 10, может 15 наберется от силы. Они почему-то подумали, типа, должен я садиться, то есть вот вообще без вариантов, вот только тогда в их глазах я стану просто, блядь, неимоверным трудягой, просто вот вообще, блин, просто. А вот не сажусь на комбайн, все, это хана. Как вот так-то? Вот они там, кто-то 25 лет, кто-то 40, кто-то вообще полжизни, две жизни вперед напоследок, да, работает. И вот они втроем успевают там комбайн, КамАЗ, ток, сортировка. Все, они, короче, все успевают. Бляха-муха, ну извиняйте. Как бы... У меня был канал создан для того, чтобы мне давали советы умные люди в умных делах. Мне... Много уже людей отписывают что-то еще. Вот последний был офигенный совет. Это по поводу резины. А, да, кстати, по поводу резины. Пока не забыл. Вам вопросы все решаются, уже все знают. Даже завод-изготовитель уже там, представители подтянулись. Но пока это все решается. Возможно, все-таки я добьюсь этого. И заменят нам резину. Как я понял, из всего вот этого кипиша, который произошел, да, почему вот это произошло, то, что вот это вот малослойная резина, не знаю, сколько у нее слоев, может, наверное, 10, потому что 18-слойная, которую покупают, ставят даже на восстановленные ХТЗ, а к ней вопросов нету. Вот это, ну, фуфло, скажем так, самое дешевое. И опять же, на том тракторе, которая сейчас цена, вот это неприемлемо. Ну да ладно. Вернемся к следующему. Как у людей бедных просто произошел взрыв в голове, то, что они не видят меня, и, значит, в их представлении я как бы... А? Иду. Я, значит, у них не работаю. Просто все, не работаю. А то, что мы комбайнера сюда ищем, так это вообще хана. Просто они настолько бедолаги. У них бомбануло или подгорело, или зависть прошла. А? Короче, там вообще беда. Перебазировались. Отбили меня. В общем, начали мы, скажем так, давай, Маты. Строительство ангара. Ну, зайди сюда, площадку. А то там солнце светит. Не буду. Нет, ну, зайди. В шортах отстань на всю страну. Действительно, в шортах стоишь на всю страну. Начали строительство ангара. Все это у нас идет по гранту. В случае чего, если кто будет смотреть, 60%, да. То есть мы свой грант полностью отрабатываем. Все по-честному. Все, что хотели, то и реализовываем. Еще придет кое-что. Ну, потом покажем, да, когда придет. Будет сюрприз. Офигенный сюрприз, я думаю. Патриотический даже сюрприз. Придет просто пушечка, я вам говорю.
площадочка разровнялась. Но тут же они еще будут дорабатывать, да? Тут это же просто так. Это мы просто пока. Так, тут ноль. Тут ноль. Откуда люди-то? Конечно, не знаю, откуда. Не спрашивал? А фирму не будем говорить? Я не знаю. Все-таки. Ну ладно, как начнут строить потом. Ля, батя-то был, он в кепке, это... В очках. Кепка Ита. Где он ее подцепил? Ну, да? Китайскую взял фирму рекламировать. А сколько будет ангар? Забыл. 640 квадратных метров. 640. Ну, может, побольше сделать. А по метражу не помнишь? Ой. 35 на 18. Ну там не 640, меньше выходит. Ну, примерно. Ну, примерно, может, 38. 35 на 18, да? Ну, вот, примерно. Вот тут начало будет. Сейчас будет документация готовится, сметная. Документация. Мы площадку будем готовить. Ага. Ну как мы, люди, да? 10 дней, да, будет заезжать уже с техникой, ставить ангар. Угу. Без каркаса. А, ну у них гарантия, они же тут все равно будут афишироваться на страну, так что им нельзя накосячиться. А им интересно во все дырки лезть. Такого вы еще не видели, в очках просто, в замедленном съемке ставлю. Под музыку. Там 20 будет, да, Жень? 20. Нормально, ноль. Потом все равно, наверное, надо правда арматуру убить. Просто я здесь проезд оставляю, вдруг вот здесь понятно. Какой-то маленький проезд оставляет, нет? Опять притык. Мам Джан пошла. В общем, народ, как бы деревня нормально все работает. Сейчас уборочная, все равно вернусь как бы сюда. По-любому помогать, по-любому кирует на мне. Накироваться буду работать, обрабатывать, заделывать поля. То есть поле одно уберем, и я как бы захожу на кировца. А по поводу всего учения и нравоучения, блин, реально хотел поднять тему. Потом так подумал, в пизду на левых людей, просто нервы какие-то, силы тратить, объяснять, что-то доказывать людям, которые пишут в комментариях. Ну, блин. Я уже много советов годных получил от всех, кому надо. Так что, ну, реально были годные советы. Как бы я, если вижу у людей результат, я их как бы принимаю во внимание. А если человек просто что-то там пытается учить в комментариях, братан, ёлки-палки, я что-то такой спокойный сегодня, вообще как удав. Вообще просто неохота нервничать вообще ни за чего. И как раз сейчас поездочка еще в Барнаул намечается на День поля. Так что все, кто хотел встретиться, поздороваться, пообщаться, всех жду в Барнауле на День поля. Не знаю, успею залить это видео, не успею, но должен успеть. Так что, как бы, приезжайте. Вау! Чел, беги быстрее, а то камера сядет. Давай быстрее. Хоть в кадр попадешь. А? Что тут сидишь? Да сижу, ноль поставили. Ой, я, наверное, уже можно бросать. Что-то я прилип. Я смотрю, как хуйня издалека сидит и руку вот так держит. Ну, да, из камеры разговариваю. Что у тебя там, прыщ на бороде, что-то расковырял? Нет, так мне головка ёбнула. Головкой? Да. Что ты крутил-то? Это, возле себе, тьфу. Возле жатки стояла это от бараны. Угу, ты ее крутил? Мы ее крутили, говорит, колесо снять хотели. Угу. И говорит, головка на 22, так пополам, и одна половина в меня. У меня еще вот здесь было поцарапано, и горло еще было поцарапано. Ёпты. А ты это, кепка Рассельмаш-то, да. Бережешь? Видишь, хожу. Я там видел у одних это, блогеров, они, знаешь, как эту кепку просто орудуют везде, где только можно. А мы бережем такие кепочки, потому что покажи, там где уже, она сделана. Там редко дают, не надо там показывать, там Made in China написано. Там Италия написана. China там написано. Ну, да что тут страшного скрывать, а я Италия читал. Made in China. Вот, блин. А где Италия тогда прочел? Ну, все равно она... Здесь. Вот. Вот, мастер Италия. И, ну? Ну. Это не значит, что она сделана в Италии. Ну, она замшевая, она офигенная. Что, шеф кепку Йота дал? Не, сам взял, прикинь. Йота рекламирует. Ито. Вообще, видел, красавчик? Смотри, я тут какие железки сегодня надыбал. Видал?
Ты видал, что? Да я еле достал ее. Чуть не... спину не сломал. Это шеф таскал. Ну, короче... Вот это потом соберу, сдам. Ну, килограмм 300, и там еще у меня полтинник. Тоже хотел покопать. И что? Как-то не задалось. Так, народ, короче... А ты думаешь, вот этот тетрис мы собирали? Когда? Тетрис. Народ, короче, такая, в общем, ситуация. Все, что касается стройки, снимать я не буду. Человек отказался это делать. То есть, как бы я ему сказал, он типа говорит, нет, я хозяин на площадке, все, я как бы строю. То, что я снимаю уже после. Конечный результат мы снимем. Все, что происходит на стройке, все, что они будут делать, кого пригонять, кого чего, я сюда лезть не буду. Человек отказался. Он как бы... Может, какие-то нюансы есть, может, что-то еще есть, может, что-то афишировать не надо. Ну, как бы его право. Ну, а то, что... Думаешь? Без регистрации? Ну, а то, что уже выйдет, как по итогу, вот тут ангар, и в случае чего, если что-то с ним произойдет, ну, как бы, фирма, производитель, я думаю, скрываться не будет. Так что, опять же, может быть, человек, как бы... Не любит блогеров или что-то еще. Ну, нам это пойдет все на пользу, и никто ничего скрывать не будет. В общем, что, посмотрим конечный результат. Насколько люди хорошо построят или что они будут делать. Скоро, и все. Скоро люди скажут, пол деревни захватили. Да. Коммерсанты. Коммерсанты сраные. Это да. Перебазировались к нашему предфильтру. В общем, по предфильтру информацию оставлю под видео. Кому что интересно, будем как бы... А? Чего? Я не хочу поднимать эту тему, я не хочу нервничать. Во. Оставлю информацию под видео, кому что интересно. В общем, найду переходник. Там мне скидывали информацию по нему, поспрашиваюсь по сантехнике. И как бы уже будем думать, как его мне установить. Пока оставлю тут в деревне. Что у нас в руках? Чалочка, у тебя что? Ну покажи. Биба и Боба снова в деле. Бит схвачу себе в машину. Какой тебе бит, дураку? На декора. Пока отберут и... Там зубная фея будет на бис. Отберут и отлупит. Или анальгин. Анальгин? Да. Аналь... С мягким знаком, что ли? Пишет, ты дебил. Анальгин. Анальгин. Он пишется не аналгин. Я думал, для других целей. Ладно, братва, идем, короче, работать. А то мы в Туле-то не работаем, хоть тут поработаем. Правильно? Ну да. Дегрой ты хренов. Тоже балду гоняешь, что ли? О! Вот это вот прям настрой прям. Понял, сука, а? Понял? Хорошо вкопали. Держи, чел. Держи, кто кувырнется сейчас. Это меня нахуй кувырнется. Ух. Нахуй мы эту дырку копали. Все, держи. Направляй сейчас в отверстие. Какой стороной ты ему надо? Вот этой. Куда? Куда? Вон как те стоят. Бочком, наверное. А может вот здесь раскопать? Не-не-не, не трогай, это упадет. Нельзя. Он не будет здесь держаться. Только не обвали, копай аккуратно. Мы тут копаем аккуратно. Футболка Элвис Пресли знакомая. Сколько она у тебя уже? Не выгорает, не выцветает. Даже рисунок не выгорает. Хорошо сделано. Ты только поаккуратнее, а то обвалится. Далеко не кидай, вот сюда кидай. А ты еще здесь больше не будешь засыпать? А зачем тогда мы сейчас стол вставляем? А то упадет. Кто? Кто? Куда я буду? Я шел мне возить. Зачем туда земли-то еще? Не знаю. Что, думаешь, думаешь, съезд к пруду будем делать? А вдруг? Да, вот здесь сейчас ставим стол, объем, а потом обсыпем еще чуть-чуть. Ты поаккуратнее, да, лопат сломается. Ну, там корни одни, ну ё-моё. Вот так возьми, дай сюда. Давай. Возьми вот так, как эти некультяпистые, блядь. Ты что, уйди отсюда. В зимних, что ли? Конечно, еще рано. Что, май месяц. Выключи нахуй. Вот это к столу. Направляй его. Да не шефа, не стол. А, давай.
Хорош, хорош, хорош! Стой, стой, стой! Все, подожди. Давай, что, Глеб, попускаю? Давай. Давай еще. Чуть-чуть. Да, почти чуть не упал, ё-моё. Вот так момент профукаешь, так и полетит туда. Чуть назад еще. Оп, стоп. Мне тут, короче, люди пишут, что у меня канал мутный. Какой? Мутный, как и я сам. Вспомнил мутного. Да. Последняя вставочка. На этот день два бойца сделали задачу